друзья, всем привет! Мы находимся возле дома Александра Хвоста-Дашкевича, игрока команды «Нави». Именно здесь он приобрел себе жилище на призовые и пообещал нам провести экскурсию. Итак, пошли знакомиться. Но на самом деле Саша живет не здесь, а вот здесь. Так выглядит его дом. Загадочный этаж номер 3. Нам нужна квартира под номером 14. Опа! Привет, Андрей, привет, Иван. Я тебя нашел. К сожалению. К сожалению, к счастью твоему. Итак, друзья, мы попали в логово Хвоста, в ту самую квартиру. Как ты ее называешь, Саша? Бухлопарк. Бухлопарк? Или это ты называешь, или так называют твои знакомые? Мои знакомые, скорее. Я называю ее убежище. Убежище. И от кого же ты бежишь? От всех. Так, это мне, правильно понимаю? Да, можешь. Хорошо. Я их своровал с донецкого отеля, поэтому можешь наслаждаться. Итак, давай начнем по порядку. Это твоя прихожая. Угу. Ну, тут еще будет, видишь, какие-то неполадки. Не знаю, кто это сделал. Будет какая-то софа стоять. Вот. Тут, возможно, картина. Я их, конечно, и накупил, но не повесил ничего. Вот. Но тут шкаф, шкафы. То есть у тебя только здесь твои вещи? Ну, все хранятся? Здесь, в спальне. Mm-hmm. Вот. Только мои, да. Так, это... Подожди. Это, я так понимаю, сумка из International 2, да? Нет. Ты ходишь с ней по улице, любители узнают? Я не знаю, что она там лежит вообще, поэтому... Вот. Наверное, я приехал с какой-то поездки и до сих пор ее не убрал. Но... Вот, ты берешь ее в поездку, да? Да. Очень... Такие, которые не требуют много вещей, я беру ее. Ну, видно, дотера издалека. Денег нету на нормальную, поэтому хожу вот так. Хорошо. Это твоя уборная. Ты здесь убираешься? Да, исключительно здесь. Вот. Ну что тебе показать? Я смотрю, ты очень такой пахнущий парень. Да. Какие твои любимые духи? Показывай нам. Не знаю. Разные. Тут не все, на самом деле. Вот неплохие. Это, я тут знаю, это Givenchy, это Invictus. Givenchy. Да, кстати, я фанат IG, поэтому купил себе вот Invictus. Дай, чтобы сфокусироваться. Сфокусируйся, Олег, сфокусируйся. Он Виктус, да. Вот, вот эти неплохие. Да все, в принципе, неплохие. Скажи, что я плохие буду покупать, что ли? Вот. Вот тут хвост у нас моется, да? Ну, тут трон. Не, я не моюсь. Не моешься? Нет, зачем? Ну, достаточно... Ага, здесь что? Там всякая хрень. Я не знаю, я там не убирал ничего. Еще можно тут свет себе включить, еще вот тут хрень. А, вот там, смотри, можно. А, ну так... Я даже не знал вообще о существовании этого света. По-богатому я смотрю тебя. У тебя две комнаты, правильно? Да. Включай свет, чтобы темно сразу не было. Вот спальня. Вот в спальне все. Улыбок пока еще. Вот здесь будет телевизор. По сути, больше ничего не будет добавлено. Ну, я смотрю, у тебя двухспальная кровать. Да, все-таки я надеюсь, что жизнь моя наладится, да, и я... Но пока ты спишь на ней один. Да, с мужиками, да. Подожди, подожди. Ты как-то быстро нас уводишь, может, у тебя здесь что-то спрятано? Да, наркотики. Вот. Тут пока еще ничего нету. Вот, а, все, ну, ладно, не буду. Ничего нету. Вот, тут есть какое-то окно, но я тоже его никогда не открываю. Вот. Кореша. Да, ты, я смотрю, любишь смотреть в окно часто, по утрам. Ну, я смотрю, там терраса есть, да? Вот там потом покажешь. Есть, мы сюда не доберемся. То есть здесь будет висеть плазма, будешь... телевизор, да, здесь тоже будет какая-то картина, я тебе покажу и потом. На ночь глядя будешь дотку просматривать, да? Да. Дотку. Дотку. Так-так. Здесь тоже есть интересные штуки. Это ты читаешь сейчас, правильно я понимаю? Да. Фильм смотрел? Смотрел. Ну, в принципе, как всегда, книга чуть получше.
нельзя сравнивать, я считаю, и книгу, и художественное произведение. Хорошо, Олег, все, я с тобой спорить не буду. Не спорь. А это кто? Это я еще даже не читал. Нет, вот это кумир твой, правильно понимаю? Да, это мои, ну, то есть я когда играю, всегда равняюсь на этих ребят. На кого конкретно? На самого правого. Самого правого? Самого правого. Это вот это. Да, это твой. Угу. Вот. Ну тут, короче, видишь, нет у меня, не спроспортировала реализация, вещи валяются прямо на полу. Вот наушники, коврик. Я люблю Валенсию, видишь? Вот, еще я... Что ж тут? А вот, еще вот такая штука есть. Я люблю собак, да. Ты любитель таких штук? Так, я смотрю, потому что у тебя магия. Магия между ног. Магией занимаешься? А, ну, кстати, магия, я читал. Магия такая себе, на самом деле. Это Ронда Берн, да? Тут что-то еще, ну, Керри тоже. Это я чисто для себя купил, чтобы как бы соответствовать стандарту. Керри читает, ну, как быть Керри, да? Да, ну, кстати, Керри неплохая тоже. Ну, и сейчас фильм, кстати, по-моему, тоже вышел, правильно? Был фильм, поярче. Итак, мы входим, это кухня или гостиная? Это как студия сделана, вот, маленькая перегородочка. Ого, сразу. Можешь весь включить вообще. Еще здесь включить. И здесь. То есть. И вот здесь. Ты не любишь сидеть в темноте, как я понимаю. Я думаю, что девушка, которая мне делала это, вот она не любит сидеть в темноте. Подожди, какая девушка? Ты говоришь. Дизайнер. Сейчас... Мы не знакомы были до этого. Угу. Здесь у тебя гостиная, ты здесь. Да, здесь я беру и провожу почти все время. А это, насколько я понимаю... Это компьютер, который я украл у Зера и до сих пор пользуюсь, как бы, вроде как... Все официальные игры ты проводишь отсюда? Да, практически. Какой стул у меня крутой. Да. Вот. Но на самом деле должны привезти новый, но пока еще не привезли. Угу. Вот, тут как бы инвалид антимаг. Мне очень обидно перед... Ой, точнее, перед тем человеком, который его делал, неудобно. Вот, но это в процессе перевозки. Он поломался. Дэнди его сломал. А откуда у тебя он вообще появился? Подарила девочка на каком-то из старладеров. Угу. Ну, кстати, много чего уже дарили, но я не могу, наверное, я найду. Вот еще такую штуку дарили. Вот тут даже написано Техлапс Кап. Тухвост фром Полли. Ценишь подарки фанатов, фанаток. Тебя тоже подарили? Тут еще вот такую мне фанатки подарили. Ну это, кстати, вот совсем неплохо, да. Натали Портман. Да, она тоже вот скоро рамку сделаю для нее и куда-то повешу. Ну просто надо все вместе уже приедет, мне еще две картины должно приехать. Вон Мерлин. Она, ну это, не знаю кто это. Вот, не подарок. То есть ты, оказывается, любитель живописи? Как оказалось. Сам себя не ожидал? Да. Как много вообще дарите различных... подарков, сувениров. Ну, на каждом лане что-нибудь дарят. И, то есть от незначительного, от бананов каких-то, как всегда, до картин там всяких поделок и так далее. Вот вообще там девочка скульптуру сделала, и она там, ну, как-то серьезно была построена, вот, но оказалась немного хрупкой и неожиданно. Вот. А так. И ты будешь где-то развешивать это, ну, как бы как памятку-то хранить. Да. Или ты просто выкидываешь сразу? Нет, видишь, не выкидываю, храню. Ну, это красиво. Много всяких штучек, да, вот они где-то лежат везде, я не знаю. Вот кубок, который я украл. Это с какого-то Техлапса, да? Да. Самый, ну, гордишься им? Конечно. 2014. Это в Минске была лютая карта, да? Угу. Играли в финале против кого? Против кого-то. Играли. Ты не помнишь, ты не знаешь своих соперников в лицо. Ну да, не все. Так, показывай дальше у нас террасу. Ну да, но тут еще пока ничего нету. Вот тут будет висеть гамак. Можем туда выйти, конечно, но там холодно. Ну давай, ты ж хардкерри, поэтому нужно. Угу. Вот тут будет висеть... А, вот это, кстати, надо было забрать, но я забыл. Будет висеть гамак, вот тут будет стоять стол, стулья всякие. Вот, на зиму, на следующую я его застеклю, а летом будет все так вот. Ты ну вот, видишь, можешь посмотреть, как вот у ребят с соседних вот такие вот штуки. Вот это, в принципе, я тоже поставлю вот сюда, ну как-то оно более компактно будет. И
Вот видишь, даже на первых этажах у людей есть палисаднички, но у меня тоже была возможность купить на первом этаже. Но я подумал, что мой палисадничек умрет моментально, и поэтому я решил не делать этого. Ну ты хотел там взращивать куда-то редисочку? Там, да, сырье. Редисочку. Каннабис. Это, я так понимаю, комплекс такого развлекательного, семейного типа. И... Ну, тут, да, 8 пятиэтажек. Как называется этот комплекс, если не секрет? Липинка? Да. Липинка? Да. Вот. И будет Липинка 2, тоже точно такой же, только ниже. Вот. Ну и тут должны сейчас они обустроить инфраструктуру, и все будет хорошо. Так, мы еще не посмотрели у тебя кухню. Я не знаю, это не мое. Это завтрак или ужин? Это завтрак. Так, вот холодильник. Что ты у нас? Чем питается вообще чемпион мира многократный? Многократный? Вот видишь, молочко, кефирчик, какой-то фастфуд. Не буду рекламировать его. Сачок. Завтрак чемпиона. Тихо, тихо. Вот, все, смотри сюда. А, вот эти самые штуки. Бананы есть. Да, тут какие-то овощи. Я ими никогда не пользуюсь. Я не знаю, что они здесь делают. Вот, ну и самое нужное, я тебе покажу, наверное. Вот, тоже как бы. Хоп. Лед, да? Или что? Нет, на всякий случай, да, всегда у меня есть. Всегда, конечно, вдруг там. Да, мало ли, ядерная война, а я не подготовлен. Понятно. Так, ну вот, что тут, посудомойка, которой я почти никогда не пользуюсь. То есть ты любишь мыть руками? Ну как сказать, люблю, приходится мыть руками. Вот, тут какая-то штука, я даже не знаю, что здесь лежит. Моющие средства, кто-то, наверное, моет. Кто-то моет? Да, кто-то моет. У тебя есть уборщица? Ну, иногда. А, там мусорник, какая-то хренотень, в общем, лежит. Понятно. Вот. Тут что? Тут кастрюли, сковородки. Ну, вот там кастрюли хранятся. Тут эта штука. Какая эргономика. Да, тут тоже какие-то кастрюли. Тут, наверное, еще и варят здесь что-то. Так, ну, рассказывай, как вообще ты питаешься. Ты покупаешь еду? Готовлю. Вот, смотри, эта штука называется мультиварка. Я с ее покупкой жизнь стала намного легче. Ты просто берешь, закидываешь туда все, что угодно, выбираешь нужный режим и готовится все. Ну, что она готовит? Да все, что угодно. Начиная от мяса по-французски, заканчивая вкусными пельменями. Борщ? Можно, наверное, приготовить. Я готовил шоколадный пирог. Вот это самое, наверное, крутое, что я готовил. Но ты его не оставил нам. Конечно, не оставил. Он такой вкусный оказался, что я его моментально съел. Но есть какая-то книга рецептов, я так понимаю? Есть в интернете сайт, где находится вообще куча рецептов. То есть практически можно все, что угодно приготовить. Единственное, что это будет больше времени занимать. И больше нужно как бы готовить ингредиенты до, то есть попадания в мультиварку. Вот. То есть ты нарезаешь как-то? Да, нарезаешь, очищаешь, закидываешь, и она все сама сделает. Тут есть режимы какие-то разные. И я рекламирую мультиварки. Выпечка, тушение. Ну, у нас выпечка, это как бы и жарко, и все что угодно тебе там. Вот. То есть можно на пару готовить, но я не знаю, где-то хрень у меня лежит. Я не готовлю на пару вообще. Угу. Вот тут всякие вот каша, быстров. Я не знаю опять, что это делает у меня, ну ладно. Вот и подсеточка такая, да? Да. Угу. Вот, но поскольку день сейчас и все светло, поэтому... Но ночью выглядит последний, да? Ночью я делаю не так, я делаю... Сейчас, он не знаю, но тоже будет видно сейчас. Ну, давайте. Ты еще не разобрался, да, с этой системой? Я разобрался, просто я не знаю, какой переключатель. Где-то штука. Ой-ой-ой, сразу как-то романтикой повеяло. Да, я не знаю, что не включается. Ну, поломали уже кто-то. Вот, вот. А, вот, включилось. Угу. Вот, и ты можешь менять все цвета радуги. Но оно, видишь, плохо светит. Вот, надо ленту прикрутить. Но кто-то, наверное, этим займется. Но ночью видно довольно хорошо. Вот так, если нигде не будет света. Понятно. Так, ну, вот это, я так понимаю, ты дегустатор. Или это просто... Нет, это просто остается от кого-то. Я же, опять же, я не... Коллекционер. Ну, нет, это все надо выкидывать. Это... Ну, ты не подготовился немножко. Это паева. Слышь, немножечко. Я подготовился. Довольно более унылый.
Так, тебе могу сказать, это я, будучи в Дубае, за... Ну, вот эта штука стоит, не знаю, долларов 50. Я не знаю, зачем я ее купил, но она у меня есть теперь. Да. Вот, это как бы самое высокое здание, и оно вот спроецировано на маленькую такую штучку. Понятно. Вот я вижу у тебя что-то... Ой, как мило. Это я был в Таиланде, да, и нашел тигренка там. В лесу где-то, да? Спас? Да, да, я воевал со львами, чтобы не отпустить тигренка. Ну ты смелый вообще. Да, конечно. Вот, и, ну, в общем, хорошо, теперь это каждому туристу есть там возможность за какую-то сумму взять эту бутылочку теплого молока и покормить этого тигренка. Вот, ну, как бы немного страшно все равно, но он, когда видит эту бутылочку, он ни на что другое не обращает внимания, он за ней тянется и все, то есть, вот, и может с ним все что угодно делать. Ну, и очень он крутой, он сам по себе, у него очень короткая шерсть, и он такой оживленный, прям, ну, мне понравилось, я минут 5 сидел с ним, потом меня прогнали все-таки, ну. Понятно. А вот меч это что такое? Это девочка тоже подарила мне рапиру. Рапира, да? Да. А ну давай, ну возьми в руку, покажи, как она выглядит. Это та самая рапира, которую ты использовал в рамках MLG? Да. Против китайцев, да? Привела разок у меня к успеху, но не до конца. Вот, а это из Сиэтла. Ну, я смотрю... Подожди. Смотри, у тебя там тоже что-то есть Сиэтла, вон. Да, роутер. Нет, у тебя вон две чашечки. Две чашечки. И одна, да, из Дубая, из Ferrari World, да. Ну тут было много на самом деле, но я не все это. Ну, вообще мере не все это делать. Подожди. А вот это что? О, это мы с дедушкой, царство ему небесное, на огороде. Это, видишь, шашлычник я называю это. Ты шашлычник? Ну да. Это... А вот такой вот я уверенный был. Пацан. А вон еще есть, ну это мама сюда привозила эти фотографии. Вот. А, тут даже несколько. А, ну мама решила сделать, да, с моей девушкой. Угу. Это какой год? Это... 2009, наверное. Какой 9-й? Это года 2 назад. Вон Эш сидит еще на заднем плане. Видно. Вот, а вот это 2009-й. Полы Гляшко. Да. Вот. Это, кстати, яблоки с моего огорода съел ты, чтоб ты понимал. Я их лично растил и собирал. Так, покерный набор вижу у тебя есть. Нет, это не покерный набор. Это вертолет. Вертолет? Да, но мы не будем его запускать, потому что... Но это гирокоптер, по-моему. Да, видишь. Built-in gyro. Ну, не будем. Вот. Так, подожди, отсюда будет лучше видно. Там что-то есть вот в этой чудо-коробочке? Тут был подарок от конфетки, но я их все съел. А, вот тут 20 тысяч рублей есть. А, и запонка одна. Вторая где-то потерялась. Понятно. Мишка твой, да, любимый? Он. Да. Где-то любимый день. Понятно. Я что-то с мышкой смотрю. Да, видишь, организация Нави не способна предоставить нормальную мышку, и вот я играю на такой. Вот брехло ты, конечно, редко, но ладно. Кожаный паспорт. Змеиная кожа, да? Да. Понятно. Так, что тут у нас здесь? Тут бункер? Скайп, какая-то порнография. Опять ты сейчас мне все заснимаешь, и мне будут люди писать. Сашуня, видишь, мне пишут. Сашуня, АСД. Да, СД мне пишет Сашуня. Так, ну вот об этой штуке мы сейчас еще поговорим. Поговорим. Расскажешь... Можешь посмотреть пока. А, ну звук у меня только там. Prepare for battle. Ba-ha! The battle begins. Showtime. Triple kill. Triple kill. How was the regular kill? Outworld 2. If you wanna be rich, just buy your Midas bitch. Medusa, Basil, Devil. Smaller creeps, bigger trouble. Smaller creeps, bigger trouble. Yes, really. Well done, snipe. Well done, snipe. And bonus gold, nice. Bonus gold, nice. And spawn to the black, to the right. It is host by menu announcer. Так,
прикольная очень штука. Эта песенка уже у меня заела в голове, я уже не могу ее слышать. Ну, давай тогда сразу. Ты записал свой анонсер, или анонсер, как это правильно называется? Анонсер. Анонсер. Да. То есть ты теперь будешь играть в доту и слушать свой голос. Правильно понимаю? Ну, надеюсь, если его добавят. И при как бы, желании других людей они смогут купить и также использовать этот анонсер. Он уже добавлен в игру, сколько будет стоить и когда появится, наверное? Это все решают Valve. Вот, они сейчас в отпуске все. У них, кстати, нормальная тема есть. Gabe Newell проиграл спор кому-то, и он всей организации, абсолютно всей, оплачивает отпуск на Гавайях. Всей. Берите женщин, детей с собой там, и так далее. Вот. Это ж какое количество людей там? Ну вот они все там, 400 человек их там отдыхают. Не бедно живет Gabe Newell, скажу я так. Да. Вот. Ну и вот они вернутся какого там, 17 или 18 числа. И ну, обещали посмотреть там, и ну, возможно добавят, я надеюсь. Да. А планируется, может ты знаешь, от других игроков Na'Vi что-то подобное? Да, после International. Угу, то есть... Все увидите. Хорошо. Давай еще чуть расскажешь нам о своей машине. На каких настройках или, скажем так, какой мощности у тебя компьютер необходим для игры в Dota? Да он на самом деле старый уже довольно, вот. Но менять мне его смысла нет, потому что... А не знаю, как посмотреть. Или ты пуск. Ну, видишь, у меня рабочий стол, я очень слежу за ним. Вот у меня фотографии Фанника на том самом. На рабочем столе. Вот. Как это? Компьютер, правая кнопка мышки, свойства. Нет, наведи свойства. Да. Свойства. 5,9. Это плохо? Ну, вообще, можно, по-моему, 7,9 сделать. Ну, видишь, я наиваю. Вот. Ну, я не знаю, пока он не лагает и мне все не мешает. Ну, как бы иногда все-таки он что-то с ним не так, но я не слежу особо за его содержанием. Вот. Так что потом я просто поменяю на новый и буду играть на новом. Хорошо. У меня еще несколько вопросов о квартире. Правильно я понимаю, что ты ее купил на деньги с первого International? Или все-таки ты в нее вкладывал уже, наверное... С первого, со второго и еще наверное, добавлял, да. То есть стоит она больше, чем призовые, скажем так, на первом International? Больше. Понятно. Ну, хорошо. Наверное, спасибо тебе большое за такую экскурсию. Не бедно живешь, красиво бедно, живешь. Бедно, Олег. Ну, еды нету, ничего нету. Компьютер 5,9, а мог быть 7,9. Ну, вот, ты просто ленивый. Да, я ленивый. Тут ты прав. Спасибо тебе за такую экскурсию. Сейчас мы с тобой запишем интервью в преддверии Starladder. Расскажешь, как вы готовитесь. Можешь попрощаться или сказать спасибо, или привет передать. Привет всем фанатам и друзьям моим. Вот, обязательно позаботьтесь о том, чтобы мой анонсер попал, и вы смогли слушать это все-таки в игре непосредственно. Вот, там есть ссылочки везде, в Твиттере, ВКонтакте, можете лайкать. И ну, все-таки какой-то вклад вы внесете. Вот, спасибо, опять же, что вы нас поддерживаете. Вот, собственно, это все как бы да, из-за вас сделало. И привет спонсорам, которые тоже сделали вклад, да, сделали в это все. Хорошо, до встречи с вами. До встречи.